студия «Радист». Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, мы с вами встречаемся студия в праздничный день. Сегодня свадьба семьи Пупкиных. И думаю, что студия пародист. Многие из вас наверняка скинулись на подарок. Собственно, я благодаря этим сборам и выступаю. Студия пародист. Меня когда пригласили, я подумал, это еще что такое? Это зачем? Что у нас, праздников студия мало, пародист, что ли? Чтобы за столом посидеть. А тут непонятная какая-то свадьба. Но студия, когда мне назвали пародист сумму моего гонорара за выступление, я понял, такой праздник нам нужен. Студия пародист. Потому что очень важно для любого жителя России и других народов, когда тебя поздравляет студия президент пародист твоей страны. И я хочу пожелать Серафиму и Дульсинеи крепкого здоровья, студия денежного благополучия. Пародист. Кстати, о деньгах. Весь мешок принести сюда было очень трудно, поэтому попрошу студия Васю Петрова пародист подойти ко мне после выступления. Я передам конверт. Да, ну и деньги в этот конверт, разумеется, студия он сам пародист положит. Если вдруг кто-то будет возмущаться, что мало, обращайтесь ко мне сразу, незамедлительно. Студия дорогие пародист друзья, я рад, что вы нашу встречу пригласили меня на эту встречу. Студия пародист. И, кстати, все деньги от своего гонорара я хочу пожертвовать голодающим. Студия пародист. Да, ведь свадьба – это святое. Пусть поедят. И опять же, спасибо за это молодоженам. Студия пародист. Побольше бы таких людей. Нам нужно чаще встречаться. Поздравляю их. Всего самого доброго. Успехов.